Всем привет, сейчас сегодня с вами Вика, и сегодня мы поедем на концерт Quiz Pistol. Я не знаю, правильно произнесла или нет. Вот, сейчас уже 6 часов. Кстати, заметили вот эту прядку зеленую? Это я окрасила по новому способу. Если вы хотите, я сниму подробное видео, как я окрашивала. Давайте наберем под этим видео 8 лайков, и я обязательно сниму видео, как я окрашивала. Вот. Сейчас уже поедем. Вот. Начало было час назад, и будет смешно, если мы приедем, и уже все закончится. Уже приехали, сейчас будем идти на концерт. Уже началось все, но еще не начали петь. Аплодисменты! Ну что, мы готовы растанцовываться дальше, заряжаться больше позитивными эмоциями. Тем более, видите, что за нашими спинами опять ребята из города Новокузнецка. Сейчас будет громко! Да, Фокси! Встречайте! Поехали! Нашел проблему, или она меня нашла, это не важно. Каждый сантиметр наш край, души и тела, все, что пожелаешь, выбирай. Что? Все, что ты хотела, поцелуй. Сейчас мы уже проснулись, время без 20:10, в 10 часов нам нужно выехать. Мы поедем на природу, на рыбалку и будем купаться. Вот, да, мы уже купаемся, сегодня 16 июня. Вот, мы купаемся уже. Кстати, если этот день не считать, то осталось 7 дней до моего дня рождения. Сейчас будем уже одеваться и выезжать. Ночью видно, все зажигают, люби меня, люби. Не улетай, не исчезай, Тец. Купание, кто купаться пойдет? Здесь рыбалка, можно там купаться. Идем купаться. Дышка вон счастливая бегает. Здесь кто-то костер развел и ушел. Там катамаран. Вот. Дымок. Фу. Вот две уточки, здесь Деська шлепает по лужам. И здесь стрекозы. Вот. Вот в таком болоте.
Дези, рыбку ловишь. А здесь рыбка уже есть. Вот. И не говорите, опс, что живодерка. Я аккуратно беру. Дези, а ты не получишь рыбку. Ну, маленькую, может быть. Если мы ее не отпустим, маленькую. Так, начинается лето, все остальное. Они будут завтра я на все собьют. На учебу не... Я решила ходить босиком. Мама уже там поймала 5 рыбок. Вот, и папа там ловит. Тут очень мягкая трава. Надо не найти нигде крапиву. Сейчас мы уже накупались, находились. Вот сейчас я уже переоделась в кроссовки и спортивный костюм. Фух, и, наверное, сейчас поедем куда-нибудь. Народу много стало. Классно. Доброе утро. Точнее, сейчас 3 часа. Ну да ладно. Я иду на модельную. Все хорошо. Только спина немножко болит, а еще и с портфелем пошла. Ну да ладно. Я пришла с модельного в 5 часов, время сейчас 9. Меня забрала моя тетя. И сейчас мы поедем в гости к моей бабушке, дедушке, тете и крестному папе и моей сестре. Мне сестра уже подарила цветы. Вот этой сестре. Вот, и сейчас очень красиво здесь. Ика, догони! Ика, догони! Вот так вот красиво. Пиво, да? Сегодня уже следующий день, тогда мы покушали, точнее приехали, покушали и легли спать, потому что мы приехали часов в 10. Вот, и сейчас мы пойдем в Сады Мечты. Это такой парк с Кристиной и Настей. Вот, я одела вот такую черную майку, здесь молния есть, ее можно расстегнуть, и в таких болотных шортах, вот, и в сандалиях. Сейчас пойдем. Уже пришли в парк, очень красиво здесь, много всего. Inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Kids screaming in the cradles, profanities. Some days I feel skinnier than all the other days. Sometimes I can't tell if my body belongs to me. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Children sing aloud, it seems
Июня. Вот. И сейчас я гуляю с Дейзи. Потом я пойду на модельное в 3:30. Ну, в 3 часа 30 минут. Вот. И потом поедем на дачу или купаться. Прежде купаться, а потом, наверное, на дачу. Или наоборот. Вот. Вот так вот. Сейчас будем гулять с Дейзи. Буду снимать видеовлоги. Красивое небо. Ну а на этом влог заканчивается. Если вы хотите влог про мой день рождения, то тогда давайте наберем на этом видео 8 лайков, и я обязательно сниму этот влог. А вы, конечно же, подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх и нажимайте на колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о моих новых видео. Я вас всех очень сильно люблю. Всем пока!